плотине на Айском водохранилище в Златоусте образовалась трещина. Жители района Машзавода боятся, что останутся без воды. Исследовать повреждения дамбы приезжает одна комиссия за другой. На месте уже были чиновники, эксперты из МИАСа, специалисты МЧС из Челябинска. Заключают, трещина не повлияет на водоснабжение города, но нужно найти причину ее появления. На этой неделе спустятся водолазы, посмотрят, что произошло. Ну и будем устранять последствия. Сейчас приедет представитель из Ростехнадзора с Екатеринбурга, который будет дальше вести надзор за устранением. Значит, до его приезда мы пока ничего не можем делать. После полного обследования дамбы специалисты начнут устранять повреждения. До зимы плотина обещают привести в порядок.